Кормовые предпочтения у кошек начинают формироваться, когда их отлучают от материнского молока. Обычно это происходит на 4-м месяце жизни. В этот момент кормильцем становится хозяин, и важно помнить, что кошки едят мало, но несколько раз в день. Некоторые заводчики, допустим, те особенно, которые предлагают кошкам сухие корма, они могут оставлять на целый день. Ну, в этом как бы ничего страшного, только обязательно должна рядом стоять большая плошечка с чистой водой. Это обязательное условие. Этот способ удобный, если вы работаете и у вас нет возможности в течение дня порциями кормить кошку. Но к этому ее нужно приучить. Некоторые пушистые съедают всю порцию за раз, и это может привести к ожирению. Еще вы, пожалуйста, смотрите по поводу лишнего веса. Животик и особенно отложение жира на грудной клетке ведет к каким-то тяжелым таким заболеваниям сердца. Этого не должно быть. Но если ваша кошка вдруг почему-то, утрированно скажем, гремит костями, это тоже не есть хорошо. Вам тоже нужно пересмотреть рацион питания. Рацион кошки должен быть разнообразным. Кормить одними и теми же продуктами, например, только сухим кормом или только мясом нельзя. Это скажется на здоровье животного. И еще, как говорят, кошка – дегустатор. И лучше человека знает о пользе того или иного продукта для ее организма.